Уже восьмой раз на традиционном чемпионате и первенстве области по фитнес-аэробике и хип-хопу встретились мастера-танцоры и их талантливые ученики. Члены жюри – очень высококвалифицированные люди, талантливые танцоры, педагоги и хореографы, часть людей из Москвы, часть людей из города Брянска, у всех очень титулованные, есть уже команды, и также они являются сами очень титулованными и известными людьми. Заявлено было около 200 участников в категориях кадеты, юниоры и взрослые. Событие долгожданное, и организаторы потрудились сделать его ярким. В программе выступления команд, дуэтов, батлы и мастер-классы. Это направление мне намного ближе, мне нравится музыка, под которой мы танцуем, нравятся все движения. Когда мы качаем, пытаемся как-то прыгать классно, и мне это все очень нравится. Чемпионаты первенства стали отборочными для соревнований уровня Центрального федерального округа. Уже на следующей неделе победители отправятся в подмосковный Подольск. Екатерина Карманова, Анатолий Чекрыгин, события Брянск.